Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. В воскресенье в Самарской области небо будет пасмурным с прояснениями. Местами выпадет снег. Температура воздуха днем 0-2, ночью также от 0 до минус 2 градусов. Ветер преимущественно юго-западного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем 0, ночью также 0 градусов, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, снег, температура воздуха днем 0 градусов, ночью также нулевая температура. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурный день, пройдет небольшой снег, днем минус 1 градус, ночью также минус 1. Ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.